سبيل الدموع سبيل مريح تنا أدا يا صاحي كي تستريح. Сегодня в городе Старый Крым в мечетях прошла молебень, дуа, посвященная политзаключенным. Всем, кто сидит в застенках СИЗО, всем тем, кто огульно обвинен в том, чего они не совершали. На сегодняшний день на наш народ и на наших близких вешают ярлыки, такие как экстремист, террорист. И ни в чем невинных людей садят в тюрьмы, дают им огромные сроки, оставляя их не семьи без кормильцев и без близких людей. Эти люди, которые всегда были вместе со своим народом в трудную минуту и всегда помогали тем, кто нуждается в помощи. Их обвиняют ложно в терроризме и вешают ярлыки не только на них, но и на всех мусульман Крыма. Мы полностью не согласны с этим, так как наш народ никогда не был таким, никогда им не будет. Потому что мы очень мирный и трудолюбивый народ. Мы пришли, собрались здесь ради того, чтобы проявить свою солидарность и воздать хвалу Аллаху и попросить его о том, чтобы он все поставил на свои места. Это давление на наш народ, очередное испытание, которое послано нам от Аллаха. И могу уверить, что мы, будучи верны своей религии, если мы будем вместе держаться за ветвь Аллаха, мы непременно пройдем эти испытания с достоинством. Аллах бізге бұйыра, четте тұрмаңыз. Мусульман мусульманға қардаш дейді. Бір-біріңізге ярдым етіңіз. Бір-бірімізге дестек көрсетмек керек. Ярдым қолын ұзатмақ керек. Чүнкі бұ зүлімліқ вақытта олар қорқмайып бұ зүлімліққа қаршы өзін наразылығыны көрсетеді. Я Раббіл әлімін ана бабаларына, апайларына, балашықларына, юреклеріне теселет, хузур бер, я Раббіл әлімін. Ярхаме рахмин сошо куанчлык күндөрү тез вактында тездештир. Адалетсиздиге ураган ве хабисханаларда отурган бүтүн дин кардаштарыбызга сен жардымчы бол, я Раббим. Сен мерхаметлериңден эң мерхаметлисин. Чешит-чешит имтиханлардан сен биздери сынасын, я Раббим. Бу имтиханлардан колай кечмеге жүмүмүзгө сен насип эле, я Раббим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам эфендимиз дедеги киби мазлум ве залим kardeşlere yardım etiniz. İza ca'a nasrullahi vel fath ve ra'aytan nase yedhuluna fi dinillahi ifwaca fesembih bihamdi rabbike ve estağfir innehu kana tawwaba. Qila lakum ittaquma beyne eydikum ve ma halfakum lallakum turhamun. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا الصريح يسعك الفضاء.